А, выступает тут. Давайте вот так. Или вот, какой камень? Вот это вот. Выступает Дамир Каменев, биолог. Тема доклада «Эволюция. Набор картинок». Так. Выступает — это громко сказано, потому что выступать не буду. Я просто покажу набор картинок. Я его раньше показывал другим людям, и вот кому показываю, все делают разные выводы. Вот и вам предложу. Если не сделаете никаких выводов, скажете, картинки случайные, то и ради бога. Единственное, что я там потом немножечко дам психологическое определение, и все. А так ничего рассказывать не буду. Сами только поймете. Да, буду только показывать. Так что, если картинки не видно издалека, садитесь, пожалуйста, поближе. Поехали. Там, ну, только первый вот будет текстом, пожалуй. Вот. Вы читать будете или нам читать? А зачем? Зачем? Ну, все же читать умеете. Текст крупный. Да лучше уж, как говорится, озвучьте. Ну, хорошо. В 1813 году английский парусник Хантер, следуя в Кантон, подошел к островам Фиджи. Выяснилось, что среди туземного населения проживает и некоторое количество европейцев. Они оказались тут по разным причинам. Одних высадили на берег в качестве наказания, другие были дезертирами или потерпели кораблекрушение. На родину эти почтенные господа возвращаться не желали, как следует обжившись в тропиках. Ну, это так, преамбула. Ничего особенного. Поехали. Картинки. Заголовочек «Место обитания». Красивое место. Да, я каждую картиночку буду задерживать там секунд на 5. Потому что я, например, картинки смотрю очень медленно. Я не могу так, если пробегом. То есть красивое место, вы хотите сказать, да? Просто набор картинок. Ко мне, пожалуйста, не надо никаких претензий потом. Это тропические места, да? Но Фиджи, я так понимаю, пляж. Нет, это полярный круг. Ручку. Ручку. А, нету. Нет, это не ручка. Нету, ничего не могу поделать, нету тут. Ручки нету. Нет ручки. Так, друзья мои, не отвлекайте, не отвлекайте. Ну, да, да. Ну, если... вы хоть скажите, ну, пляж хороший, ну, что такое? Что тут смотреть-то? Саша, ничего не буду говорить. Крокодил не ловится, не растет кокос. А это что такое? Просто картинка, взята из интернета. Карманьонцы, мамонты, Красный Марс. Так, дальше. Давайте я буду комментировать. Да не надо, Саша. Пусть люди сами делают выводы. А иначе могут быть выводы, что называется, ориентированы. Неандертальцы коронят человека. Ну, вот, просто картинка. Сыпают вот следующая картинка. Ну вот. Кто это, эректус? Не может, Саша, чтобы не комментировать. Ну, я людям-то это как что-то. Неандертальцы идут, труд сделал человека. Комментируйте. Карманьонцы... Да, один играет, девушка на этом. Можно нам показывать способ выхода России из критического положения. Да, там лошадь тянут лошадь. Вдвоем главное. Уже лошадь. Ну это эректус. Что тут такое делают? Едят. Это Килиманджаро, наверное. Африканский эректус. Это кокосырь. Что-то действительно у вас набор картин. Набор картин? Я сразу сказал, что будет набор масло. Картин. Ну что вы не понимаете? Да, тут пальмовое масло. Да. Источник нашего питания – пальмовое масло. Ну, он хочет сказать, что там так жить хорошо, на этих островах. Я ничего не говорю, я показываю картинки, выводы делайте сами. Провокационное. Главное, дедушек не надо. Но там вот уже не водочки, там целых целые. Так, следующий заголовок — это питание. О, это интересно. Так. Что мы завтра будем есть? Нет, это же интересно. Хочется завтра не будет. Так.
Ну что, эректусы разделывают кого непонятно. Моржа. Животное любое. Нет, там разделывают, это понятно кого. Я сам долго не мог понять. Саша, это голова этого самого бегемота перевернутая. То есть вот это нижняя челюсть, это верхняя челюсть, это глаз. Да, я сразу сам не понял. Мне картинку перевернули и сказали, ты посмотри внимательно, это бошка. Башка у него такая, да. Короче, они ее не только оттяпали, а еще и перевернули. Хороши такие аглоеды. Так, ну вот следующая картиночка. Ну это уже неолит, я так понимаю. Нет, ну подождите, ну какой же это неолит? Это прямо сейчас. Нет, ну я понимаю, когда их появились эти топки, это... А это мы дали. Нет, это не андерталь. Это спики у нас. Он похож на меня. Вот я же говорю, похож. А тут картинка, кажется, не влазит, да, потому что тут рыба на мелководье. А это консервированная селедка. Ну что, нет, это экзотические рыбки. Ну это, конечно, это Васнецов вот прям нарисовал. Ну не Васнецов, а... Вот побольше бы таких картинок, и все, и народ валом пошел на лес. Куда? На самом деле никаких ям не рыбы. Вот, узнаете себя, узнаете? Вот. Да, это неандертальцы, трудом задавленные, как говорится. Нет, прекрасная картина, прекрасная. Да. А это... Да. Индейцы какие-то. Доказано, что камнями его убить невозможно. А его и камнями нет. Поджигали шерсть из пригорка. Как он сам ломался. Да? Шерстистый носорог. Только не шерстистый, а такой гладкий. Короче, в Африке жить хорошо. Вот. Перемещаемся в Африку. Наверное, Дамир так хочет сказать, что... Я ничего не хочу сказать. Я же говорю, я показывал разным людям. Разные люди делают разные выводы. И женщины там ходят без лифчиков. Женщина воинственная. Да. Женщина произвела. Ну, не важно, вам без лифчиков. Стоящие. Справа. Ну, только не рыболовы. И рыба там большая. Не то, что у нас. Мальки. Ну, и всякие там омары. Александр Иванович, она до нас большая рыба не доплывает. Да. Всякие там альфа-вокали и всякие слова. Что? Теперь я не буду всю ночь спать, вспоминать буду. Потому что... завались. А что же они в Европу-то бегут, африканцы, если у них там жратвы полно? Цивилизации хочется. Да? Да. Эротики, педофилии. Педофилии? Африканцы, ты же. Да, вот за педофилией, вот это я не додумывался, что в Европу можно бежать. Да, это она какао несет, кстати, они очень сладкие. Сладкие эти какао очень. То есть, кроме самих зернышек, там еще и сам плод можно кушать. Он очень вкусный. Это все-таки неолит сделано, это эти планеты. Счастье где-то есть. Их же не было, да, это. Да. Культурные растения. Вкуснота. Они в диком виде не такие. Как не такие? Саша, это мы. Ну вы же ботаник, вы знаете. Ты культурные сам, сам с пальмы рвал и ел. Это вы уже ели. После сейчас. Этих картинок и рассказывать ничего не надо. Следующий раздел — это игры и времяпровождение. Ну, а ну да. Отдай мой каменный топор и шкур моих на бедра. А что они делают тут? А вот бог его знает, время проводят, непонятно, что делают. Тусовка. Да, 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 тусуются. А это игры, да? Ну, убей моего. Ну, вряд ли Мишка там пришел, а может ты сам пришел. Ну, это более большой медведь. Зачем медведя убивать? Пусть ходит.
Это, конечно, такое счастливое детство. Да. Это «Бурьян», картинка «Бурьяна», чешский художник, эволюционист. «Магия», кстати, «Карманьоз». Это тоже «Бурьян», это неандертальцы, похороны. А, кстати, «Каннибализм». Ну, войнушки и люди во все времена развлекались. Это вот этот арбузный стоит, это неандерталец, а вокруг карманьон с копьями. Выгодную позицию. Это дети элиты. Молодежь. Это взять Шойгу, что ли? Ну, у вас и комментарии, господа. Что он там записывает? У нас записывают такие комментарии. Это из песка это делают. Ну да, да. Ну, им делать нечего там на пляже. А это что-то незнакомое животное. Это животное нам незнакомо. Вот это мы любим. О, это да, это пляжные советские, как мы называем. Это уже не советские. Почему они не в шубах сидят? Мальдивы, потому что, наверное. А где же лыжи? Ну, наверное, у нас стоит неловкое. Очень неловкое. Следующий раздел — эмоции. Тут я поизгалялся, да, конечно. Я квадратиками отметил лица. И что? Просто смотрите, какие лица. Ну это устало, а это не устало еще. Ну как лица на... Это с волком они там идут, приручены. Ну вот это, я думаю, этот изобразительный язык надо женщинам комментировать, да? Не надо комментировать, просто потому смотрите, господа. Она хочет. Какой эффект она? Каждый же может сделать выводы без комментариев сами, то есть для себя. Счастливой жизни она хочет показать, что ей хорошо. А хорошо значит. Разброс времени, правильно. Сложно найти какие-то эти параллели. Ну это что такое? Это у нас танец живота. Нет. Почему? Или праздник лета? Нет, это просто туристки. Туристки? А что же они такие какие-то... Нарядились. Красивые. Это не туристки. Это местные. Это точно туристки. Вот это точно туристки. Что это продают? Эти точно ничего не продают. Дети есть дети. Это на отдыхе. Прям. Министерство на отдыхе. Очень приятно, что девочкам приятно. Вкусно. Так, следующий раздел — пещеры и хижины. А дворцы? Что-что? А дворцов не хватает? Тут единственное, что я прочитаю, поскольку тут надпись есть: в пещерах чертовски холодно даже летом, даже в Африке плюс 10 градусов. Ну, холодно. Ну, сейчас тоже холодно, 10 градусов. Холодно. Вот мы же сидим не в Африке, а если бы не было одежды... А не голышом? Голышом при 10 градусах как-то бронхитик и всякое такое. Не, ну они-то закаленные. А, ну хорошо. Они на природе. Хорошо. У них ковид. А потом что в пещеру? А ковид кончился. Все. Его запретили. В Африке можно в Сахаре прямо... Да, пока не победили, а потом опять победили. Британский парламент.
Вот единственное, что у меня маленький комментарий, тут почему-то дров не изображено, ведь если хворост там топить, то постоянно за дровами бегать надо. Ну это не андертальцы, они, я думаю, потеряли способность. Здравствуйте. Классические неандертальцы, Европа, они вообще... Подожди, а как же у них костер горит, если дрова не собирают? Это буриан, это 60-е, 70-е годы рисовал. А, ну понятно, понятно. Костер горит. Ну, так, будет там еще что? А, нет. А, вот еще, вот еще какие-то подожди, товарищи. А эти пришли на огонь. Интересные. У них какое-то подобие хижины. Почему-то шкуры сверху накиданы. Ну, как же. Древние люди без шкуров. Без шкуров нельзя. Ну, домик, так как-то... Нехорошо, я знаю, нехорошо. Нехорошие картинки. Нет, они хорошие. Тенденциозные. Просто... Непонятно немножко. Саша, ну... Очень удобно кажется. Да, я ж не навязываю. Картинки и картинки. А это, кстати, вот эти каннибалы-людоеды. Да, но, из, но обратите внимание, вон они там снизу стоят вдвоем. У них даже металлических орудий нет. То есть это все какими-то каменными топорами или чем-то таким срублено. Ну, чем-то примитивным-примитивным. Просто палки и все. Почему они... Это караваи их называют. Караваи – это племя этой Папуа Новой Гвинеи. Они забирают, чтобы их не съели соседи. А сами лазят... И от маскары, за, от маскары тоже. За жертвой. А что, соседи не могут залезть? Ну, так им сложнее. Залезть, потому что там у них, по-моему, сидит. Красивые жилища могли строить. Да, это, смотрите, это целиком из травы. То есть это вообще просто вязали. И травой же связанное. То есть это без веревок. Да, это солома. Это вообще, там веревок нет никаких. Там это то ли веточки. Ну, да. Скорее всего, это все-таки немножко уже такой модернизированный. Вот это модернизировано. А смысл на берегу океана ставить такое? Чтобы тебя продавало? Чтобы ветром продавало. От солнца спрятаться. Ну, а что на камне? Ну и, пожалуй, наверное, все. Ну что же, ну прокомментируйте. Комментарии вот только вот такие будут. Вот, вот. Значит, имплант есть, это просто определение, есть переданное, внедренное одним человеком другому, намеренно искаженное описание реальности, служащее корыстным интересам автора. Имплант держится в подсознании лишь благодаря отсутствию желания его проверить. Человек может залезть, в кавычках, в имплант и видеть мир сквозь его фильтр, игнорируя или трактуя в свою пользу любые неудобные факты. Это вы откуда взяли? Это вот из той школы психологии. Вот. Нет, это из Википедии. Нет, это из нашей школы психологии, это не из Википедии. А, понятно. Ну что, ну вопросы задавайте тогда автору. А какие вопросы? Просто набор картинок. Все, какие вопросы? Вот у нас есть специалист каждый по художественному делает... творчеству. Андрей, что ты скажешь? Каждый делает вывод ну, какой-то... Ну скажи что-нибудь. Ну чего, чего я это? Не знаю, у женщин есть он, у женщин. А? Нет конкретного стиля. Версия наше сознание. Ну видишь, даже художник не может сказать, что ты хотел сказать. Ну, не может и не может, а что ему сделать? Так, ну понятно, иначе выводов не делаю. Плохо. Нет выводов, ничего страшного. Спасибо. За предоставленную возможность полицезреть этот тропический рай.